Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Это видео снято на телефон нашим подписчикам канала, который сегодня рыбачил на глубоком Трунчуке в крайний день перед запретом. И заметил, как на противоположном берегу, в лодке, сидят браконьеры и такими, видите, резкими движениями ловят на драч, ну, способом багрения, что категорически запрещено правилами любительского и спортивного рыболовства в пункте 3.15. Он позвонил на горячую линию Одесского рыбоохранного патруля и сообщил о нарушении. Ну, практически где-то в течение часа прибыли инспектора, которые четко знали, кто нарушает, где находятся браконьеры и куда они прячут рыбу. Я очень рад, что есть такие неравнодушные рыбаки, которые хотят порядка на наших водоемах. Люди, которые сами готовы принимать участие в наведении порядка в своей стране. Многие браконьеры пишут комментарии под моими видео, оправдывая себя тем, что нет другой работы и не могут другим способом прокормить семью. Но я считаю это банальной ленью и нежеланием что-либо менять в своей жизни, а также жлобством и животным страхом перед неизвестностью. Зачем чему-то научиться новому? Зачем что-то созидать? Легче же взять. Вот так и происходит на наших землях, лесах, реках и озерах. Нас просто грабят. А когда это закончится? А вот тогда, когда прекратится наше безразличие, когда заставим власть работать. И это видео тому пример. Ваше звено было відреаговано відразу с рыбоохранным патрулем, где на правом березі люди здійснили вилов водних живих ресурсів, забороненим знаряддя лову, забороненим методом лову, шляхом багріння. На даного порушник був затриманий і складено адмінпротокол по даному правопорушенню. Дані знаряддя лову і вилучені, і будуть направлені згідно протоколу для прийняття рішення по суті. Дякую. Все, спасибо вам. Так, Дима, ты что там? Это подписываю протокол инспектора национального парка. У нас был сегодня запланированный рыбоохранный рейд, где мы составили два протокола по четвертой части, статья 85, за нарушение правил рыболовства на муху тройник с помощью багрення. Шляхом лову, да. Такой лов рыбы на такую снасть забороняется. Вот эти удочки, да? Да, спиннинги. Вот эти мухи. Друзья, очень радуют три факта. Во-первых, растет активность наших рыбаков. Во-вторых, работает горячая линия Одесского рыбоохранного патруля. И в-третьих, что инспектора рыбоохранного патруля и национального парка вместе выполняют задачи. Это просто супер. Наверное, будем давай подъезжать. Если будет какое-то нарушение, нам прозвоните. Да. Мы готовы выехать в любую минуту, в любой дня.